Многие мне задают вопрос, где можно почитать отзывы о насадке Маврика. В комментариях под видеороликами их не так уж и много. Я тоже неоднократно задавался таким же вопросом. Почему отзывы оставляют не в комментариях под видеороликами, а пишут мне в личку? Но, к сожалению, ответа на этот вопрос я не знаю. Поэтому, кто хочет увидеть отзывы о насадке Маврика, предлагаю посмотреть этот видеоролик. А тем, кто впервые о ней слышит или слышал, но не знает, после просмотра этого видеоролика предлагаю перейти по ссылке в описании. Там вы узнаете, что это за штука такая насадка Маврика и чем она хороша. Здесь вкратце могу сказать. Насадка Маврика разработана для удобства укладки герметика по технологии теплый шов. Насадка убыстряет работу в разы, придает аккуратность работе. С ней не требуются дополнительные материалы и вспомогательные инструменты. Насадка экономит время и, самое главное, нервы. Такие отзывы вы сейчас тоже увидите. Начинаем! И начнем мы вот с этого комментария. Человек пишет: «Здравствуйте, надоело кисточкой мазать. Научите, как без нее. Куда деньги переводить?» Да, многие еще мажут кисточкой, выравнивают шпателем, но это уже пройденный этап, так сказать, прошлый век. Кисточкой мазать довольно долго и нудно. Насадкой Маврика куда проще. Что касается денег, да, за обучение данной технологии я беру деньги. Это мой труд. А каждый труд, я считаю, должен оплачиваться. Вот тут человек начинает свое письмо сразу же с вопроса, куда отправить деньги, потому что он уже замучился. Ну, я так понимаю, замучился мазать ложкой, кисточкой, шпателем. Я так понимаю, он все уже перепробовал. Игорь Шлемкевич, видно, перепробовал тоже все. И шпатель, и ложку со скотчем. И это все его тоже не устраивает. Поэтому обратился ко мне за насадкой Маврика. После непродолжительного общения Валерий Катаев пишет, что готов отправить деньги, а информацию по насадке просит выслать на эту почту. И еще не опробовав насадку, отмечает, что это очень полезное изобретение. Но упражнялся, говорит, с ложкой. Да, видимо, ложка уже всех достала. Достала ложка из ульфата тоже. Пишет, уже все перепробовал, все уже бесит. А о чем я вам говорил? Насадка в первую очередь бережет нервы. Вот тут Роман пишет, что очень понравилось мое изобретение, хотя он даже его и не пробовал, но уже готов оплатить. И отмечает, такой труд обязательно должен оплачиваться. Ну, тут я с ним полностью согласен. Каждый труд должен быть оплачен. Будь то труд физический, либо интеллектуального плана. Как оказалось, данная технология интересна не только простому обывателю или работяге, но и строительным организациям в частности. Но это и понятно. Организации выгодно, когда рабочие выполняют работу быстро и качественно, тем самым зарабатывая для организации больше денег за меньший промежуток времени и создавая фирме репутацию. Очень мелко, поэтому письмо я вам зачитаю. Письмо от компании «Высотник». «Здравствуйте. Увидел ваше видео. Знаю, что результат вашего труда, насадка для нанесения герметика на теплый шов, будет нам полезной в работе. Хочу приобрести. Прошу вас дать обратную связь. Как это можно сделать и сколько это будет стоить? Благодарю вас». И постскриптум. Весь прекрасный инструмент изобрели не инженеры, а специалисты, которые работали неудобным инструментом. Это классика. Спасибо вам за ваш труд. Ну что можно сказать? Пожалуйста, и спасибо вам за оценку моего труда. Тут вот человек пишет, что даже не дотерпел до дома, чтобы ознакомиться в нормальной обстановке с той информацией по насадке, которую я ему перекинул. Посмотрев видеоролик, из чего сделана насадка, отмечает, что это гениальное приспособление. Секрет на миллион. Да, все верно. С этим утверждением я полностью согласен. А здесь вот человек подтверждает мои слова, что эта насадка проста до безумия. Пишет, а ларчик-то просто открывался. На самом деле все гениально просто и дешево. Роман Лунбенштейн, видимо, тоже экспериментировал с изготовлением аналогичной насадки. Переделывал носики и почти до этого дошел. После ознакомления с информацией пишет, спасибо, все супер, тут еще все проще. Да, многие думают и размышляют, из чего же сделана эта насадка. Некоторые думают, что это какой-то гибкий пластмасс. Кто-то предполагает, что внутри насадки установлен шарик.
Также и у этого человека были какие-то свои мысли, догадки, но после ознакомления с информацией он отметил, что это гениально и намного все проще. Многие остаются очень довольны насадкой и пишут тут такие вот одобрительные отзывы. Александра, добрый день. С первых метров пошло как по маслу. Осталось набить руку, благодарю. Но почему не пишут в комментариях под видеороликами, для меня это загадка. Ну вот хотя бы такое, кратенькое, как Анастасия пишет. Добрый день, ваша насадка нам очень помогла, спасибо большое. Разве трудно? Ильгиз тоже высылает слова благодарности, пишет: спасибо вам большое, ваша насадка просто чудо. Александр Черезов профессионально занимается прокладкой теплого шва. После просмотра той информации, которую я ему выслал, прислал вот такое письмо. Здравствуйте, Александр. Посмотрели ваши видеоролики. Как говорится, аплодируем стоя. А после того, как опробовал насадку в действии, отмечает: с насадкой очень быстро и круто получается. Супер. Но я думаю, нет повода не доверять профессионалам. А вот здесь вот Лариса Лашина немного задела бочком профессионалов. Пишет: спасибо вам огромное. Ну, за насадку имеется в виду. Сейчас смотрю видео, как спицы ложкой снимают, как сметану. Очень смешно, правда. А вот когда я в начале своей деятельности ложкой снимал, мне смешно не было, плакать хотелось. От этого человека я вам сейчас зачитаю сразу два письма. Первое письмо от 8 сентября 2023 года. Добрый вечер. Если бы я вас увидел лично, то обязательно пожал бы вам руку. Ваша насадка — это просто огонь. Первый день не очень получилось, а сегодня подразобрался, и уже результат гораздо лучше. На вас могут подать в суд продавцы шпателей, скотча и кисточек, так как с вашей насадкой нужда в них отпала. Их просто не будут покупать. И отдельное вам спасибо за сохраненную нервную систему. Вот, а что я говорил про нервы? И ниже он прилагает фотографию, что он сделал за 3 часа с помощью насадки. За 3 часа, не имея опыта, он загерметизировал целую стену у дома. Это вы можете видеть вверху этого скриншота. Второе письмо от 9 сентября я вам покажу на двух скриншотах. Этот первый. Зачитываю. Добрый вечер. Мои слова искренне, так скажем, от души. Я на самом деле потратил на разные эксперименты с ровным швом гораздо больше денег, чем заплатил за вашу технологию. Результаты я, конечно, достиг, но очень проиграл во времени. А теперь самое большое время я трачу на перестановку лесов. А те люди, что вас критикуют, пусть и дальше грезятся с тряпками и ложками. Еще раз спасибо, респект и уважуха. И продолжение. Да, мне очень понравился еще один момент. Вы не только продаете технологии, но и отвечаете на все вопросы. Видео у вас более чем подробно, но все же, таких людей, как вы сейчас, очень мало. Как вы говорите, барыга или перекуп, просто скинул бы мне эти все видео, и все. А дальше сам. А тут и голос в сообщении, и на видео один и тот же. Еще раз внеочередное спасибо. Ну что тут сказать. Конечно, приятно получать такие сообщения. Но такие отзывы хотелось бы еще видеть в комментариях под видеороликом о насадке. Чтобы не только я, но и другие люди их могли увидеть. Владимир Свердлов тоже, я думаю, не считает меня барыгой или спекулянтом. Пишет: Александр, спасибо за доступный материал. Все разжевано до мелочей. Буду пробовать. Есть вещи, за которые не жалко потратить денег. Это тот самый случай. Еще раз спасибо и успехов вам. А тут вот Александр в качестве благодарности еще хочет денег прислать. Настолько ему понравилась насадка. Очень благодарю за насадку. Это просто чудо какое-то. Будут деньги, пришлю еще. Огромное спасибо. А вот это сообщение и комментировать нет смысла. И так все понятно. Как говорится, разжевано до мелочей. Максим Здебский тоже остался доволен насадкой. Пишет: сегодня попробовали ваше изобретение, все отлично. Есть, конечно, еще над чем поработать, но в целом технологию поняли. Большое вам спасибо за то, что вы делаете. Желаем вам всегда оставаться впереди всех и огромного вам мужского здоровья на долгие годы. Еще раз спасибо. А вам, Максим, спасибо за добрые пожелания. От мужского здоровья ни один мужчина не откажется. Нам, мужчинам, каждому его чуточку не хватает. Ну и на этой позитивной ноте я завершаю свой первый выпуск обзора отзывов о насадке Маврика. Следующий выпуск отзывов будет впереди. А вам желаю крепкого здоровья. Мужчинам мужского, женщинам женского, детям детского, старикам стариковского. Да шучу, конечно. Какого стариковского? Юношеского. И еще хочу сказать. Друзья, не будьте скупы на комментарии. Оставляйте свои отзывы в комментариях под видеороликами.
чтобы люди видели и понимали, что я не барыга и не спекулянт, а насадка действительно работает. Ну а на этом я с вами не прощаюсь, а говорю до свидания. Всем удачи, пока!